Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру FNAF Plus. Продолжаем страдать, пугаться и умирать от рук этих долбанных плюшевых падал, которые уже не плюшевые, а какие-то совсем жуткие и крайне злые, куда злее, чем в оригинале. Так как уже во второй ночи, если вы видели первую часть, появился Фреддик, что меня крайне сильно напугало, и я кричал, как будто меня режут на части. Вот такая вот крайне пренеприятная ситуация. Ну, еще, кстати, я немножко разузнал по поводу FNAF Plus 2 и 3 FNAF-ца, и, ну, я знаю, что я буду страдать, так как там добавили кучу некоторые дополнительные механики, и сделали его даже сложнее. FNAF 3 вообще стал каким-то адом, и, скорее всего, мне чертов фиолетыч порвет жопу, если туда полезу. Ну, а перед тем, как мы прочувствуем пока что от первой линеечки аниматроников, как они будут нас разрывать, я хотел бы вас спросить. Думаю, среди вас есть люди, которые также хотят заняться видеокарьерой на Ютубе по любым тематикам, возможно, также именно видеоблогингом, прохождением игр, так же, как и я. У вас есть и название канала, идеи, и идеи для превьюшки, но нет прямых рук, чтобы это быстренько реализовать, чтобы сразу приступить к работе. Если у вас была такая же проблема, что и у меня, то сейчас то для вас прямая дорога на группу Morant Graphics. Ей заведует крайне хороший человек, дизайнер, у которого уже есть полноценное портфолио из разных работ, и уже хорошие отзывы его и хорошие отзывы клиентов, в числе которых находится ваш покорный слуга. За небольшую сумму вы сможете получить и превьюшку хорошую, и шапочку. И дизайнер постарается именно максимально сделать работу, соответствующую вашим требованиям. Расспросить вас о том, что, куда добавлять, и попытается сделать это в максимально короткие сроки. Если вас заинтересовало, вы хотите поскорее уже приступить к карьере видеоблогинга, то переходите в описание, там будет ссылочка на эту группу, и в комментариях будет находиться комментарий с ссылочкой. Ну а мы продолжаем погружаться в тотальный ад Five Nights at Freddy's плюса. Блин, забыл. Даже, черт возьми, я забыл открыть этот радиорубочку. Так, где эта музыка? Где аномалии? О. Тихо. Где трясется? Ну давай, где ты? О. Первая аномалия пошла. Где же ты? А, во. Так. Я не знаю, как этот вообще чувачок, который, за которым мы играем, может вообще в этой игре находиться. Мы буквально на виду, нас могут стапать. Сейчас нас стапает, блин, Фреддик за жопу, хотя, скорее всего, Фокс стапает. Вот серьезно, мы сейчас прям перед его студией находимся. Ему, блин, ничего не стоит сейчас, блин, взять, выпрыгнуть на нас и убить. Давай. Так, отлично. Последняя аномалия. Ну все, мы погружаемся в ад. Вот мы и пиццерии. Так, сейчас начнется. Ютфол будет.
Алло? Привет-привет! Слушай, есть отличная новость. Возможно, после закрытия этой пиццерии мы поднимем тебе заработную плату со 150 до 250 долларов. Дело в том, что на данный момент у нас появилась возможность выкупить нашу старую пиццерию. Когда пиццерия осталось лишь название. Дело в том, что в скором времени это место хотят превратить в какой-то хоррор-аттракцион. Но дело в том, что согласно документации, это можно будет начать не раньше 2012 года. То есть, спустя почти 20 лет. Вряд ли они будут просто так ожидать момента, так что сегодня я отправил письмо с просьбой о выкупе этой локации. Как же все сложно, но надеюсь, нам повезет. В общем, на этом все. Услышимся завтра ночью. Здрасте, братан. Давай-ка ты это, на превьюшечку. Быстренько на превьюшечку подходи. Подойди на превьюшечку. Извиняюсь, пришлось немножко. Так, давайте, верните меня обратно. Ой, бля, он свалил. Ой, он уже. Блин, уже он. Их, где эти кнопки? Блин, я уже начинаю паниковать. Блин, нормально, $250. А если я это не переживу? Кстати говоря, если я... Ой, блять, уже Фокси вышел. Тихо. Блин, он уже выползает. Он уже выполз почти. Фоксиан, Фоксиан уйдет. Фоксиан идет за по мою душу. Блять! Закрой! Собака! Блин, у меня руки дрожат. Блин, страшно. Где он? Я боюсь на камеры смотреть. Блять, это уже Фредик идет. Так. Где эти скотины? Где они? В какой большой комнате сидят? Еще и Чика. Еще и Чика, черт тебя дери. Подожди. Блять, совсем скоро этот уже. Блять, Фокси сейчас выпадет. Блин, я ни черта не понимаю, что происходит. Мне просто страшно. Блин, я не знаю, почему я эту тактику выбрал, что закрываю дверь постоянно, но мне просто страшно. Блять. Пошла в жопу. Ой, он уже бежит. Блять, он где-то прям поблизости сейчас. Он же здесь. И тут Чика стоит. Они ходят, что-то ходят, что-то делают. Блин, мне руки трясутся. Где вы, падлы? А, он на кухне. Так, 35%. 35%, пацаны. Я, да что ж они так пугают-то, блин, я трясусь постоянно. Ушел? Ушла. Блять, он уже рядом. Я уже слышу его голос. Так, закрываем эту дверцу. Проверяем Фоксина. Блин, он скоро опять прибежит. Давай, давай, давай. 5 часов, 5 часов. Он снова на кухне?
какого фига он снова на кухню ушел? Блять, бежит. Бля. Пошел нахрен. Терпим, терпим, терпим. 5 часов, 5 часов. Давай, 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 давай. Надо дожить до 5 часов, давай. Просто сидим, попытаюсь досидеть. Да, есть! Получилось, тактика сработала, но я боюсь, что в четвертой ночи она ни хрена не сработает. На $200 мне, блин, зарплату повысит. Ага, в таком аду. Ага, переживу, как будто я, блин, эти 5 ночей пережить смогу и не сдохну. Ой, простите. Какой же это ад? Это просто ад, это ад адовый. Ну, чё, попробуем четвертую ночь, а? Чё, давай четвертую ночь попробуем, погнали. Чё там нас скажет Фунгай? А, он же на четвертую ночь, кажется, сдохнет. Ой, блин, кажется, скоро Фунгая мы не услышим. Блин, единственное, что меня умиляло здесь. Фунгай, который меня уверяет, что все будет хорошо, я получу свои 200, свои 150 баксов и еще и прибавку к зарплате. Кстати, интересно, приятно, что они сделали отсылку на FNAF 3. Прям в первом FNAF'е. В первом FNAF'е, кажись, не было вообще отсылок на аттракцион ужасов. Но хотя, честно, понятно, что Скотт делал же. Он вообще не планировал, что его франшиза дорастет до таких масштабов. Но, блин, все равно как-то. Снэк. Я не знаю, приятно ли вам это смотреть. Мне просто, не знаю, неприятно обсираться. У меня сейчас руки холодные, я вообще холодный, как, не знаю, как какой-то снежный человек сейчас. Ой. Кстати, там же код еще есть, такая вещь, как под названием кодик. Есть такой код от камеры последний. Кстати говоря, это мы попробуем сделать прямо. Возможно, первая попытка ночи будет. Если мы ее пройдем, то уже на пятой ночи я сразу же побегу на эту камеру, потому что, ну... Код я от нее уже не помню какой, надо будет припомнить мне какой код от нее. Давай. Давай, где этот еще аномалия? Тихо. Отлично. Что ж, пошлите. Надо будет узнать вообще код от камеры последний. Потому что я знаю, что там секретка какая-то есть. Я очень хочу ее увидеть. Так, вот последняя ночь. Последняя ночь здравомыслия, по факту. Сидим, последний звонок Фунгая. Здравствуй, приятель. Слушай, кажется, нам отказали в выкупе. А жаль, ведь это могла быть самая выгодная покупка. Но как бы оно не было, $250 все-таки будут у тебя в кармане. Ах да, точно, твоя новая документация. Слушай, я вспомнил о том, что когда мы выбирали с нашей пиццерии подсоб, кто-то упомянул комнату под номером 3. Честно говоря, я и сам не знаю, что там находится. Раньше это была игровая комната, но она находилась на этапе строительства. Блин. Дело в том, что перед тем, как закрыть это место, там находился еще один аниматроник. Это была марионетка. Но после того, как в игровой комнате обрушилась стена, марионетка пришла в негодность. Мы пытались ее продать, но в конечном итоге мы ее просто выбросили. Да. Что интересно, после этого у нас пропал один из золотых костюмов. Возможно, один из сотрудников его просто выбросил, так как они никому не были нужны. 92-й и 84-й годы явно были лучшими моментами в истории нашей пиццерии. Что ж, послушаемся завтра. Удачи. Как же он быстро приближается, Фредди. Yes. Так, Чика уже на кухне. Блять, страшно. Сука, страшно. А, он на кухне, фуф, он на кухне. Он сейчас на кухне. Блять, не знаю, переживем ли мы эту ночь. Я очень хочу, кстати говоря, посмотреть эту чертову комнату.
Ну ты знаешь, комнату эту. Теперь я буду закрываться почаще. Ой, скоро побежит. Второй час. Главное случайно не нажать на кнопочку. Тактика, как говорится, тактика хуяктика. Тактика это хуяктика, но ни хрена. Тут тактика нужна. Ой, блядь, бежит. Оу, быстрее, сука. Где он? Иди. Все, иди. Отлично. Бля! Какого хрена? А вот тебе и первая смерть. Бля. Вот тебе и первая смерть попёрла, пацаны. Так, секундочку. Я сейчас кое-что хочу сделать, секундочку. Мы еще попробуем разочек, но дальше уже я не знаю, что будет. Пацаны. Так, пацаны, радуйтесь. Я узнал код. Он был, блин, Понгай нам его продавал. 92-84, если я ничего не путаю. Сейчас попробуем, давайте сейчас зайдем в игру. 92-84, если я ничего не путаю. Просто сейчас, просто попробуем. Я хочу просто увидеть эту комнату. Что там такого прячут? Вот интересно. Где? Где ты спрятался? Ну давай. Так. Отлично, вторая аномалия. Тихо. Во. Так, третья. Четвертая. Спринг трап, ага, спринг бони, блин. Спринг бони убьет тебя. Какая радость. Ёптить. В кобочках нет. Блин, ну реально, скример хороший. Реально, опять-таки летит в морду. Ну не знаю, либо я настолько, блин, уже наигрался в хорроры, что меня, блин, это перестало пугать. Либо я не знаю. Давай, где? Блин. Отлично, последний. 92-84. 92-84. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. 92-84. Так, давай, 92-84. Погнали сразу на камеру номер 3. Блин. 92-84. Блять! Спринг-трапик! Это спринг-трапик, мать твою! Спринг-трапик. Самый настоящий спринг... Подожди. Не, это не спринг-трап. Это не спринг-трап, это Бонни. Это Бонни. 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 Ой. С нашей пиццерии подсоб. Кто-то упомянул комнату под номером 3. Честно говоря, я и сам не знаю, что там находится. Раньше это была игровая комната, но она находилась на этапе строительства. Блин. Том, подожди, но если этот спригров не выглядит как мертвый Уильям, это получается до было все. Но после того, как в игровой комнате обрушилась... Блин, мне начинают трястись руки, но мы 100% проиграем, мне кажется. Но в конечном итоге мы ее просто выбросили. Да. Что интересно, после этого у нас пропал один из золотых костюмов. Возможно, один из сотрудников его просто выбросил. Ага, выбросил. Он просто использовал его по назначению. Решил в нем немножко умереть. Это явно были лучшими моментами в истории нашей пиццерии. Что ж, послушаемся завтра. Удачи. Я вот не знаю, как работает просто система с этим Фреддиком. Я просто пытаюсь использовать систему, которая была рабочей до всех вот этих моментов. Главное просто именно не забывать закрывать дверь. Тихо, тихо.
Блять. Ой, он уже бежит. Бля, да как это работает? Бля. Да как это работает? Мне чё, кого к смеху надо прислушиваться, получается? Когда он смеется или... А, нет, мне придется понятно, мне надо будет наплевать на Фокси, мне надо будет его смотреть только максимум каждый часик. Крайне изредка, но большую часть надо будет смотреть на одну камеру. Ну, значит, будем это уже в следующей серии делать, потому что уже серия как-то подзатягивается. Ладно, мы увидели спринг-трупа. Ну чё, результаты довольно многообещающие. Увидели мы спринг-трупа, который еще не труп, а пока что спринг-бони. И, скорее всего, после нас уже Уильям Афтон, скорее всего, всех переломает к хренам и уже сам помрет в костюме. А, нет, фу ты, забыл. Он же их переломает во FNAF 2. Да-да-да, забыл, он же во FNAF 2 их переломает всех. Или нет? Ну да-да-да, он их переломает еще во FNAF 2, когда их свезут всех. Ну ладно. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте игры для прохождения. Кстати говоря, это очень приятно для меня, вы помогаете так именно мне находить хорошие игры. И, кстати, каждый именно вот такое вот, каждое предложение отправляется в копилку, и я, и они, разумеется, скоро на канале появятся. Загляните в описание, там будет ссылочка на группу этого хорошего дизайнера, кто мне шапочку сделал. И на мой дискорд-сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, а то на наш канал, с подпиской смотрят только где-то 55% человек, а все остальные без. Прошу прощения. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Увидимся в следующей части моих страданий в Five Nights at Freddy's Plus, ну или в любой другой игре. Everything